Друзья, канал «Делай профессионально». Приветствую вас на моем канале. Сегодня приглашаю вас в святое святых тепличника. И хочу рассказать про полный арсенал посева в этом году. Значит, сделал я уже заказ буквально 2 недели. Но, напоминаю, был очень занят котельной. И просто не получилось снять тогда. Что и как. Значит, сейчас мы находимся в нашем рассаднике, в которой мы уже провели и горячую воду, и отопление, холодную воду. Единственное, что ждем еще вулкан. Буквально, я думаю, что завтра он уже будет, и постараемся к вечеру его установить. А сегодня мы набираем ящики для посева томата, первый заход. И в то же время я хотел быстренько рассказать то, что мы будем сеять в этом году. Как для себя на плоды выращивать, так и на рассаду для людей. Ну, друзья, сразу скажу, что я не рекламирую название, которое я буду показывать. Если вы будете внимательны, вы поймете, что тут разные фирмы. В принципе, есть у меня канал, где я заказываю семена. И я в первую очередь не прошу название, а я прошу качественные семена. Поэтому тут как бы такой стандартный сбор того, что в принципе цена-качество. Для начала, друзья, сразу скажу, что весь этот список, если вам что-то надо будет отсюда, вы сможете заказать в нашем инстаграм-аккаунте «Тільки якісне» или в вайбер-группе «Тільки якісне». В принципе, по хорошим ценам и, самое главное, оригинальные семена и удобрения будут доступны. В первую очередь покажу быстренько капусту. Здесь я сею капусту людям на рассаду. Немножко себе и в основном для людей. То есть не на плоды, а на рассаду. Для этого я взял такую капусту, скажем так, не очень дорогую. Там в порядке 100 гривен за 100 грамм или 120 гривен. Название здесь есть июньское, золотой гектар, дед Машер. Уже первый заход на улице я посеял. Буквально 5 мая. 5 марта мы делали посев, сейчас там оно греется. Поэтому есть у меня вот такие распакованные, потому что уже пошла на вход. Дальше. Значит, ранняя капуста гако, это синяя, но она идет всегда средняя. На нее говорят ранняя, но она средняя. То есть капуста гако, это мы говорим за среднюю, и цветная капуста ранняя октавия. Следующий момент. Некоторые люди хотят как бы пораньше посадить и позднюю капусту. Поэтому я остановился на хорошем выборе. Называется капуста Polar. Она же Олимп. Компания Maravasi. Тоже достаточно я уже и посеял, и взял. Также в этом году я решил посадить и дорогую капусту, такую как Агрессор. Мы уже посеяли. Потом Мадисон есть капуста тоже, 2500. То есть это из дорогих. Также Бигессер. То есть Мадисон, Агрессор и Бигессер уже мы высеяли, как и что сеяли, есть видео на канале. И сегодня еще оставил я Мидор. То есть, что Агрессор, что Бигессер, и Мадисон, и Мидор, это все одно и то же, просто где-то фирма круче, потому, например, Агрессор дороже, чем Мадисон. Ну, в принципе, качество одинаковое. По крайней мере, так меня убедили. Следующий момент, друзья, по капусте, значит, за позднюю я сказал, цветную позднюю капусту я не советую садить, потому что очень часто только листья остаются. Я один раз так продал людям, потом получился такой момент, что у людей просто кроме листьев ничего не выросло. Потому что если сильная жара, плохо завязывается цветная капуста поздняя, а ранее нормально получается. Значит, следующий момент — баклажаны. Баклажаны я взял из дешевых, это Алмаз. В принципе, для людей на грядку неплохо. Если вы хотите для выращивания, то, в принципе, можно купить дистан. Тоже хороший. В данном случае я использовал Алмаз. Это, повторюсь, для людей на рассаду, которые не стремятся... Ну, они стремятся получить большой урожай, но просто, скажем так, не готовы платить дорого за семена. Поэтому это, в принципе, цена-качество. Дальше редисочка. Не помню, друзья, но это F1. Хорошая редисочка. Уже я посеял. Также буду сеять и себе здесь, в рассаднике. Взял на вес 50 грамм. Значит, козий рог. Это красный перец. Тоже взяла 50 грамм. Буду сеять людям также на рассаду. Сами на плоды мы не выращиваем. По перцу. Также по перцу для плодов себе мы будем выращивать... Спрингбокс, вот видите, такая упаковочка, 5 грамм, стоит она примерно 1400 или 1500 гривен.
Также я жду красный перец, потому что просто в маленькой фасовке не было. И скоро мне также и красный. Красный мы выращиваем геркулес. Также в этом году я планирую посадить еще 3 дополнительных сорта. Напомню, что в предыдущие года я выращивал спрингбокс, геркулес и еще один, забыл. Ну, напомню, скажу, тоже желтых. Хорошо себя показали, но в этом году мне предложили еще попробовать новинки, поэтому будем пробовать. Также первая репродукция, то есть то, что мы собирали из шикарных плодов, видите, такой серьезный такой пакет. Тоже быстренько скажу, друзья, между F1 и первой репродукцией, то есть когда мы с этих семян вырастили плоды и собрали перцы, разница небольшая. Плюсы те, что не так болеет эта рассада, потому что она уже как бы привыкла к тому климату, к той теплице, в которой мы садим. Значит, минуса, ну, возможно, не такие красивые плоды, на процентов 15 падает качество плодов, но количество плодов практически не падает. Это моя практика и не только, друзья. Значит, будем, как и себе, сеять в этом году примерно 30 тысяч перцев. И будем также на рассаду сеять для людей. То есть первая репродукция. Ее мы продаем, друзья, 500 гривен, 1000 штук, по-моему, так. Ну, надо пересмотреть. Хорошо, значит, по перцу я сказал. Также будет, то есть рассада перца будет и как дорогого, так и дешевого. По рассаде томатов. Значит, в этом году также на плоды мы будем выращивать калибри. Опять же, я остановился на калибре, но попробую еще 3-4 сорта новых. Это высокорослый томат. Еще одна пачечка, по-моему, в доме там у меня. Позже будем высевать. Также, друзья, сделал я себе эксперимент. Мало кто продает кабачки на рассаду. Я решил в этом году посадить 1000 кабачка. Позже посеять и продать людям стаканчиками. Так что, если вам надо хорошие кабачки, видите, Ардендо. То есть, качественный. Просил, чтобы, ну, были суперовые. Значит, дальше. Решила сделать эксперимент и тоже посадить немного дорогих томатов на продажу, именно рассадой. Это взял такой, как Бобкат, Айсан, дальше у нас Роза Лиза, так, Флорида, так, тут все. Ага, есть такой, как Санька, и есть такое Воловое Сердце, всеми хваленое. Будем пробовать. И также, друзья, целый у меня здесь арсенал того, тех семян, с которых я буду выращивать рассаду. Калибри самосборная, потом, значит, тут рассада, которую люди уже садят до 30 лет. То есть одна и та же у них, скажем так, селекция, сорта, это не F1. Микада розовая, красная, перцовидная сливка, потом Зарева, Волоградский. Так, тут ребристые. В общем, друзья, тут очень много. Стабильно буду снимать, показывать, что. Сегодня буду сеять буквально... Ну, я думаю, что разорвал тоже наш самосборный перец. Сегодня я буду сеять там ящиков 50 помидоры. Я покажу, как и что. Значит, дальше. Также будет эксперимент в этом году. Буду садить людям кукурузку. Себе и людям на рассаду. То есть через рассаду сладкую, хорошую кукурузу. Не помню, как называется, но посмотрю прайс. Подскажу вам. Значит, и еще для себя в теплицу, и тоже немножко для людей, в теплицу взял арашан, да, почти как равшан, арашан. Значит, это, друзья, будет у нас арбузики, такие полосатые, то есть сладкий арбуз посажу в теплице, чтобы было для себя. Ребенок просит меня, говорит, папа, хочу арбуз. Значит, будем выращивать и немножко продам то, что будет лишнее, если будет лишнее. Да, если у вас есть желание, чтобы мы что-то вырастили под заказ, тоже делаем и так. Уже некоторые люди заказали себе и перец, и баклажан. То есть под заказ. Даже вы можете купить семена, и с этих семян мы вам сделаем рассаду. Дальше кибрия и амур. Смотрите, есть много разных хороших огурцов. И сортов огурцов, в принципе, есть артист, есть амур, есть кибрия, бёрн. И все хорошие сорта. Ну, в каждом регионе свое. Поэтому мы остановились в нашем регионе, в Винницком регионе. Амур и кибрия. Ну, в основном кибрия. Такой, самые такие топовые огурцы.
Их и на закрутку нормально, и просто в салат, и в открытый грунт, закрытый грунт, то есть супер. Значит, будем выращивать тоже на рассаду людям огурцы, себе там 2 десятка буквально, может 3, ну вот так. Так что, если вам надо на заказ огурец, тоже обращайтесь, будем работать. Значит, еще не сказал я за базилик. Будем сеять базилик, и это синий базилик, Red Rubin и Asterix Celera. Тоже посеем такой. Друзья, первый оборот у нас — это посев и продажа рассады. То есть людям продаем позднюю капусту, раннюю капусту, продаем все, что я вам сейчас показал, и специально показал, с каких пачек мы будем садить. То есть у нас есть дешевая рассада, которая дешевле, есть рассада дороже, потому что, соответственно, цена на семена дорогие. То есть вот так вот. Стабильно сейчас уже начал я снимать про то, как мы выращиваем рассаду и так далее. В этом году я планировал посадить цветы, я не успел. Но сильно я не расстраиваюсь, потому что самое главное, я сделал котельню. Спасибо за вашу поддержку. Напомню, если вам что-то надо, какая-то продукция или семена, удобрения, и та продукция, которую мы продаем, вы можете заказать в Viber группе, ссылка в описании, Тільки Якісне, и на Instagram-канале. За задержки извините, до этого дня было очень много работы, и на некоторые смски я не отвечал, потому что просто не было возможности. Хорошо, в конце я хочу сказать, друзья, если вы занимаетесь рассадой, или, ну, в принципе, это вы и сами знаете, если вы для себя покупаете рассаду, хотите там хороший урожай, никогда не экономьте на семенах, всегда покупайте качественные семена. Я для себя, видели, да, чтобы получать хорошие перцы, я плачу дорого. Вот эта пачечка 5 грамм, она стоит примерно 1500 или 1300 гривен, я не помню. Значит, 5 грамм здесь, это 700 семян. Также такой же перец и геркулес есть. А сейчас для людей, где уже вирусы в теплицах, это Закарпатье там и так далее, Херсон, то для них придумали такие семена, которые не болеют, то они в 3 раза дороже. То есть вот эта пачечка 5 грамм, 700 штук, там, по-моему, $100 стоит. Ну, вот так вот, друзья. Ну, этой цифры не надо пугаться. Если вы правильно вырастили, а в этом году вы сможете на нашем канале увидеть, как правильно выращивать рассаду, я думаю, вы будете всегда довольны результатом и всегда и по-любому откажетесь от дешевых семян, которые приносят вам только головную боль, а не урожай, и отбивают охоту заниматься тепличным бизнесом или просто садить рассаду для того, чтобы иметь для себя овощи. Значит, хорошо. Канал «Делай профессионально», сделал небольшой обзор. Если будут у вас вопросы, обязательно пишите, по возможности будем отвечать. Если контент вам полезен, друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Instagram, Facebook. Спасибо за вашу поддержку. Скоро увидимся.